И в целом наши три пирога это в миниатюре акт сотворения мира, и в древнейших писаниях религиозных, более поздних и современных по сравнению с другими, например, в трудах Елены Петровны Блаватской, это первый, второй том «Антропогенезис, космогенезис», там она в своих трудах описывает древнейшую символику от начала сотворения мира, как тонкий духовный, тонкая духовная материя или наша сущность приобретала грубую материальную форму. И вот она последовательно описывает эту символику, древнейшую символику. Точь-в-точь мы, точно эта же символика у нас значится, символизирует и три пирога. Понимаете? И многие не осознают, не понимают, что и мы осетины несем в своем священном культе три пирога, эту древнейшую символику.